Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «Політика.UA». Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України, член депутатської групи «Відродження», а також член Комітету з питань бюджету Олександр Пресман. Пане Олександре, я вас вітаю. Я вас вітаю теж. Отже, вітаємо вас також із початком нового політичного сезону. Як ви оцінюєте ті перші дні роботи, які демонструє Верховна Рада? Мені кажется, що і відпуска і не було. Всі достатньо активно взялись за свої функціональні обов'язки. Присутствие депутатов в зале. Мне кажется, что сезон обещает быть активным, жестким, но я думаю, что таким плодотворным. И тем не менее, эксперты пророкували, что осень будет горячей, а сегодня бачимо, что в принципе работа конструктивна. Сегодня была конструктивная работа, и до обеда у нас были какие-то сбои немножко, так сказать, как сказал Поруби, была кибератака на якобы систему. Не все голосования проходили, но сейчас как бы все это наладили. Осень будет горячая не потому, что сегодня Рада будет работать хуже или, так сказать, лучше. Рада будет принимать те законы, которые сегодня будут так или иначе, так сказать, в Раде представлены. Я понимаю, что в целом будет тяжелая ситуация, которая будет связана в первую очередь с тарифами. И это будет одна из самых основных проблем этой осени. То есть, когда платежки придут, может активизоваться, так? И... Ну, я думаю, что в этот момент нужно правильно с людьми работать в плане субсидий. Мне кажется, что вот вопрос субсидий с людьми до конца не отработан. Мне вот для того, чтобы сегодня приехать на округ, мне нужно самому внимательно вникнуть в этот вопрос. Я создаю такие мобильные группы, рабочие мобильные группы у себя на 139 округе, это Одесщина, где уже, так сказать, я второй раз, так сказать, избран народным депутатом, для того, чтобы люди могли правильно объяснять, как правильно подавать заявки на субсидии. Это очень важный и необходимый вопрос. От, до речі, ви згадали, що представляєте Одещину. Які проблеми регіону сьогодні найбільш актуальні? Які з них будете і плануєте вирішувати на рівні парламенту? Ну, у мене на округі знаходиться, наверное, сьогодні самий такий сложний об'єкт, який попадає під приватизацію. Це Одеський припортовий завод. И я пытался войти в группу по продаже завода, войти в комиссию, но, к сожалению, я писал и на имя Яценюка, и вроде бы должны были меня включить в группу, но Белоус как бы мне отписывался. Я считаю, что все отписки Белоуса как раз говорят о том, что он абсолютно некомпетентен, и была сорвана в том числе и приватизация завода. Написал я письмо на Владимира Гройсмана о том, чтобы все-таки меня включили. Я, так или иначе, повторюсь, второй раз избран от 139 округа, в который входит город Южный, прекрасный город Южный, который просто является как бы, ну и припортовый завод, который является вообще донором, наверное, всей Одесской области, ну и тем более города Южный. Тут мова йде не лише про Одещину, а й про країну взагалом, тому що це зараз є чи не наймасштабнішим об'єктом. А як ви загалом ставитеся до бажання приватизувати цей об'єкт саме цього року? Я категорически против. Не ті умови, чи його краще взагалі не чіпати? Я вважаю, що сьогоднішнім днем, коли ми всі говоримо, що у нас АТО, у нас йде настояща війна, і гибнуть люди, і у мене є підтвердження, хоча ми зараз говоримо про те, що у нас соблюдається режим тишини з 1 сентября, але, к сожалению, вчора в селі Ильинка, це Беляївський район, теж, так сказать, ми проводили в останній путь капітана 3-го ранга Олега Медлинського, который служил в Очакове, и, говорят, взорвался, говорит, снайпер, ну, какие-то вещи. Я, к сожалению, не смог попрощаться с этим удивительным человеком, но я знаю, что и мэр нашего города Геннадий Леонидович Труханов, и наш духовный отец, настоятель Свято-Ильинского храма, отец Михаил, проводили в путь. Это сын, это отец трех, это сын, это отец, это уже и дед. Прекрасный человек Олег, который погиб, вот, пожалуйста, в момент тишины. И я прочитал о том, что в Очакове, это 73-я бригада стояла в Очакове, и с 15 тысяч человек 18 ребят уже похоронено. Какой... И в этот момент мы продаем как бы гигант украинской химической промышленности. Гигант. Я не знаю, мне будет интересно, кто все-таки этот купит объект. Потому что я знаю, что сегодня суды, суды, суды и суды. Но когда мы говорим о том, что с 450 миллионов долларов цена, которая должна была, так сказать, более-менее как-то соответствовать, хотя я тоже считаю, что нельзя продавать объекты в военное время, сегодня в два раза снизили цену решением Кабинета министров. Давайте кому-то подарим его. То держава не доотримає. Ну, я думаю, надо его кому-то лучше подарить, а не позориться в нашей стране для того, чтобы сегодня это делать. А от самі умови, наскільки вони для вас, як народного депутата, є прозорими та зрозумілими? Я знаю, что сегодня есть люди, которые создавали этот завод.
Я сегодня знаю, что есть мэр города Южный, господин Новацкий, который сегодня говорит о том, что завод нужно запускать. Я знаю, что сегодня работает Горбатко. Для меня, знаете, вот я вам скажу абсолютно откровенно, для кого-то покажется странным, я ни разу не был на припортовом заводе, хотя на протяжении 6 лет, я считаю, что это не мой вопрос. Завод работает, и нечего туда вылазить, и нечего, так сказать, мешать людям работать. Там есть прекрасные коллективы, есть прекрасные, так сказать, профсоюзные организации, есть люди, которые сегодня за счет социального пакета выживают сегодня в сложнейших условиях, в частности, в городе Южный. Есть прекрасный дворец спорта, есть прекрасный дворец культуры. Сегодня есть те, скажем так, заложенные основы того, чтобы город Южный был одним из лучших городов сегодня, как минимум, на Одесской области. Поэтому я считаю, что этот завод нужно сохранить. К сожалению, сегодня говорит о том, что у нас якобы не коррумпированная цена на газ. Я считаю, что для производства, в котором 96% в производстве, так сказать, химии, сегодня 96% нужно хотя бы, наверное, было сделать какое-то исключение. Но никто ничего не делает, цена на газ одна для всех. Хотя я считаю, что этот завод, который сегодня и является серьезным налоговым донором для Одесщины, для Украины в целом, можно было бы с ним поработать, потому что там тысячи человек работает. По-моєму, до 5000. А сьогодні завод не працює. А що робити з цією ситуацією, що гроші від приватизації цього об'єкта, вони закладалися в виконання цього бюджету, якщо його не продавати, як вийти з цієї ситуації? Ви знаєте, дуже складний вопрос. Бюджет ще ніхто не бачив. Я слышал много моих коллег, которые говорили о том, куда, где, каким образом будут как бы сегодня эти деньги распределены. Я считаю, что было бы правильно дождаться 15 числа. Я как член бюджетного комитета посмотрю действительно, каким образом, где заложены какие, так сказать, деньги для того, чтобы те или иные, так сказать, бюджеты, в общем-то, верстались. І я готов буду вам відповісти на цей вопрос. Взагалі, наскільки ваше очікування, як завжди, буде гострим на суперечливості саме бюджетний процес? Звісно, це ізначально острий вопрос бюджету. Тому що розподіляються кошти. Звісно, це острий вопрос сім'ї, це острий вопрос дому, це в маленькому сільському совєті. Ви поймите правильно, деньги, вони, так сказать, люблять счет. Поки їх правильно посчитати, очень много нужно времени для того, хотя мы сегодня говорим о, так сказать, финансовой децентрализации. Конечно, бюджеты, так сказать, всех уровней власти увеличились. Мы сегодня говорим о децентрализации в рамках объединенной громады. И, конечно, объединенные громады сегодня ожили немножко. Плюс там 50, а то и, так сказать, до 60%. Я считаю, что нужно дождаться сегодня 15 числа, дождаться, когда бюджет будет внесен. И мы как бы начнем рассмотрение в бюджетном комитете этого, так сказать, бюджета 2017 года. Вы зачепили питання децентрализации. Скажите, на прикладе Одещини, наскільки успішно йде ця реформа? И от взагалі сьогодні відношення до місцевої влади, знаємо, що нібито збираються підписи за відставку мера. От взагалі, от яка ситуація з місцевою, на рівні місцевої влади? Я хотел бы немножко разделить. Децентрализация и, так сказать, объединенные громады. У меня в 139 округе две прекрасные громады. Это Великомихайловская громада, которую возглавляет Жарская Татьяна Владимировна, и громада есть Красносельская. Там есть несменный руководитель громады Майдебура Николай Петрович и, конечно, так сказать, новая кровь, это Марина Николаевна, которая, в общем-то, сегодня является двигателем объединенной громады. Сегодня, благодаря тому, что эти громады созданы, благодаря тому, что это абсолютно самостоятельные уже единицы, сегодня мы говорим о том, чтобы, наоборот, к этим громадам в рамках, так сказать, тоже сегодня той политики, которую ведет как бы и кабинет министров, и позиция президента, мы должны делать как можно больше таких громад. То, что касается сегодня бюджета громад, я уже сказал, что бюджеты выросли. Что касается нашего, так сказать, любимого города, города Одессы, у меня, то, почему меня это тоже очень волнует, потому что у меня тоже часть как бы 135 округа, это Суворовский район, поселок Котовского. Вы знаете, мне кажется, что более 52%, которые набрал Труханов в первом туре и безоговорочно победил, я не хочу говорить там вообще какой-то Боровик, который там где-то как-то сегодня он говорит, что он против Евровидения. Я говорю, что Труханов победил именно президента Грузии Саакашвили. Победил в первом туре, победил безоговорочно. Сегодня есть, безусловно, кто-то с чем-то не согласен. И я считаю, что в миллионном городе, подтвердив свой результат 2014 года, укрепив свой результат в 2015 году, иметь
100, 200, 1000 человек, людей, которые не согласны с политикой мэра, я считаю, что это достойный мэр. В демократичному суспільстві завжди є. Завжди. Да. А вот то, что касается сегодня Киева, вы знаете, мне очень понравилось сегодня выступление Березы, депутата Народного фронта. Он прекрасно назвал вот этих балалайщиков, балалайщики, он принес им даже балалайки, которые просто, так сказать, должны понимать, кто они такие есть. Я удивлен, что сегодня Виктор Кривенко, сегодня человек, который от самопомощи. Знаете, сегодня можно говорить что угодно. Я лично с ним разговариваю. Да, Труханов неплохой мэр, хозяин, но у него может быть. Что может быть, где может быть, какие-то может быть. Знаете, для меня тоже сегодня много есть вопросов. Депутаты самопомощи. В прежнем созыве людей, которые ушли самопомощи, и другой фраг называли тушками, может быть, кто-то за него заплатил деньги. Сегодня есть такой олигарх достаточно серьезный, тоже с какими-то, так сказать, наверняка российскими деньгами, Василий Хмельницкий. Помните, когда забор сносил Саакашвили? Так, так, так. Вы знаете, да? Говорят, что этот вот Виктор имеет отношение непосредственно к Хмельницкому. Так вот, Труханов сегодня жесткую занял позицию для того, чтобы тот маеток, который есть у Василя, не дать возможности, так сказать, его развить, потому что это историческая зона Одессы и трасса здоровья. И мне кажется, что это взаимосвязанные вещи. Я очень надеюсь на то, что Виктор достаточно, так сказать, трезвый, взрослый, мой коллега по бюджетному комитету. Я считаю, что нужно один раз встретиться с Трухановым, задать все вопросы в лоб, встретиться с людьми для того, чтобы развеять все вопросы. Потому что то, что кому-то где-то как-то, оно не добавляет Одессе. Оно наоборот сегодня, мы говорим о том, что есть война, а вот есть гибридная война. Вот есть сегодня спокойная обстановка в Одессе. И нет, нужно обязательно делать так, для того, чтобы в Одессе было неспокойно. Там и так неспокойно. Каждый день какие-то новые рейдерские захваты. То гостиницу, то поля, то какие-то колхозы, то какие-то совхозы, то водочные заводы. Мы же с вами это все можем наблюдать и видеть. И сегодня нужно, нет, нужно обязательно устраивать эти гибридные войны, еще и в Одессе. Накануне момента, когда должно быть действительно решено вопрос по Евровидению. Чему сама Одесщина, на вашу думку, Одесса да, мая принять? Потому что мы сегодня конкурс. Говорим о децентрализации. Мы не можем говорить только о политической, о финансовой. Есть и понятие культурная столица. Я уверен, что Одесса культурная столица. 2 числа, как говорится, до речи было 222 года нашему прекрасному городу. 100-тысячная лестница Потемкинская была сегодня окружена теми прекрасными беседами, которые пришли поздравить друг друга с этим прекрасным праздником. Я благодарен сегодня и Дзидзе, и Ирине Билык, и многим другим артистам, которые, несмотря на какие-то там вопросы, все-таки пришли и нашли время поздравить наших прекрасных земляков. Я считаю, и мое четкое мнение, что Киев сегодня достаточно был наделен прекрасным Евро-2012. Давайте Евро-2017. Ну и Евробачення свого часу теж було в Києві. Не совсем удачное Евробачення було, которое было в 2005 году. Я правильно, после победы Русланы. Я хотел бы и призываю к этому, так сказать, всех тех возможных людей, от кого-то что-то зависит. И я бы мечтал бы, чтобы это Евровидение прошло. Это другой колорит, это другой менталитет. Но колорит это 100%. Скажите, необходима инфраструктура та материальные ресурсы. Начали опять-таки вот пытаться рассказывать о том, что за, стадион Черноморец, на котором предполагается это сделать, хотят уже продать. Это кто-то запустил специальную информацию. Снова таки провокация. Ну, конечно, есть требования, есть компания, которая готова это сделать. Труханов четко сказал о том, что он готов взять на себя финансовые обязательства под свои личные гарантии. Я сегодня благодарен и Саакашвили, и Труханову, чтобы не было каких-то инсинуаций вокруг их отношений, политических, не личностных, а тех отношений, которые возникли, наверное, после выборов. Они вышли и сказали, что и губернатор области, и законно выбранный мэр в первом туре готовы сегодня сделать все для того, чтобы Одесса приняла Евровидение 2017. А чи готове місце до потоку туристов, який може спричинити цей конкурс? Вы знаете, дай бог, чтобы эти туристы приехали, а мы их красиво встретим, как говорят у нас в Одессе. Будет картина маслом. Ну, дійсно, хочеться побажати. Я думаю, що для будь-якого українця немає принципового значення, чи це буде Київ, чи це Одеса. Головне, щоб конкурс був успішним. Я київлянин. И я живу в Одессе. Вы знаете, у меня мои детки, так получилось, там двое, у меня четверо детей, трое из них родилось в Одессе. Вы знаете, мне тяжело сказать о том, что вот я именно как бы полностью одессит. Родился я, вырос в Киеве, закончил строительный институт, Киевский инженерно-строительный институт. Но я считаю, что Киев, о нем знает весь мир. Это столица Украины, это столица, прекрасный, как бы красивый город. Вы знаете, много сегодня можно говорить, но
как-то нужно думати о тому, що нужно не забувати нашу прекрасну Одесу, нашу жемчужину у морі. Пане Олександре, ну і повертаючись до роботи парламенту, все ж таки, от для вас особисто на цю осінь, що є головним, що є пріоритетним? В первую очередь, это, конечно, нужно принять правильный бюджет. Это основная наша задача. Не допускать его до 31 декабря, там, 00:00 часов. Мы должны четко отработать весь бюджетный процесс. Мы должны четко объяснить сегодня, принять все те законы, которые необходимы, чтобы, наконец, мы не просто были опять-таки где-то сбоку, рядом или где-то еще. Мы слышим выступление президента о том, когда он винничан поздравлял, о том, что мы уже осенью будем наконец-то в Европе. Мы сегодня говорим о том, что якобы Европа нас ждет, но, к сожалению, мы уже об этом слышим 2 или 2,5 года. Я хочу, чтобы закончилась война, чтобы не было этой, скажем, режима тишины, когда гибнут прекрасные наши, я не знаю, люди, которыми гордится Украина, люди, которыми гордится наша держава. А чтобы это было не на словах, а чтобы это было на деле. Я очень хотел бы, чтобы было мирное небо над Украиной. Я жду визового режима, окончания войны, правильного бюджетного процесса, снижения цены на газ. Я вошел в группу вместе с Вадимом Рабиновичем, стоп-тарифом. Я не знаю, для кого-то эта группа кажется такой, как бы, но я буду все делать для того, чтобы тарифы были хотя бы для той части населения, которая необходима. Вот это те ожидания, которые, наверное, ждет каждый нормальный, понятный, не только, так сказать, парламентарий, но просто украинец. Я вам дуже дякую. Скажіть, от саме політизація процесів в парламенті, вона не завадить втілити все це в життя? Як гадаєте, пройде парламент цей іспит? Да, конечно, должен пройти. Да нет у нас другого выхода. Нет у нас другого выхода. Никто сегодня не должен раскручивать какую-то ситуацию. Я сегодня слышу, как достаточно вменяемо говорит Ляшко, как сегодня достаточно вменяемо говорит Александра Кужель, как сегодня четко отвечает на все вопросы те или иные, как сегодня ведет правильную работу, так сказать, господин Порубий. Вы знаете, мне кажется, что сегодня, вот, и хочу подчеркнуть еще раз, что сегодня, вне зависимости, там кто-то больше, кто-то меньше считает себя, нельзя приватизировать это слово «патриот». Оно не приватизируется. Человек, который любит свою родину, или человек, который ей предан, человек, который ей живет, он не может быть больше патриот или меньше патриот. Так, он не может быть больше украинец или меньше украинец. Он украинец, потому что он здесь родился, живет и растит здесь своих детей. И поэтому для меня самое главное, чтобы этой политизации не было, чтобы мы от политизации перешли к экономике, которая улучшит качество жизни каждого из нас. Каждого из нас, так сказать, тех людей, которые болеют за нашу державу. И самое главное, это как бы то, что я говорю всегда, чтобы наши мамы, наши бабуси, наши дедуси понимали, что их внуки живут в прекрасной стране, чтобы наши прекрасные маленькие украинцы видели своих умных, очаровательных, седых, мудрых бабушек и дедушек. Чтобы вот эта связь поколений, она всегда была. А те патриоты, которые действительно сегодня отдали свое здоровье, а может быть и жизнь, чтобы они максимально воспитывали 1 сентября, 101 сентября, воспитывали тот патриотизм, тот гимн, который играет, та вышиванка, которая, это не должна быть какая-то показуха, это должно быть каждого внутри. Среда. Конечно, конечно. И когда я сегодня был на 1 сентября в школе, когда я помню, когда я ходил в школу, когда еще мои дети начинали ходить в школу, мы ходили все в каких-то школьных костюмчиках, у нас были какие-то, все, это плохо, декоммунизация не нужна. Сегодня мы в вышиванках, главное другое, чтобы эта вышиванка, она была вот здесь, вот внутри каждого из нас, а не потому, что сегодня это модно или потому, что сегодня это популярно. Для меня это очень важно, когда играет гимн, когда сегодня просто, ну, люди живут своей страной, проблемами своей страны, евровидением, которое сегодня принесла нам прекрасная Джамала, когда сегодня люди просто радуются каждому прожитому дню. Вот надо, чтобы мы сегодня, как парламентарии, как люди, от которых сегодня очень много зависит, просто садились, вот мы с вами сидим, грубо говоря, за круглым столом, чтобы этот круглый стол был всегда в понимании каждой украинской семьи. Потому что все начинается из дома. Когда это начнется дома, потом это перенесем на работу, с работы мы перенесем в какой-то, так сказать, круг, там, где мы будем это обсуждать. А потом мы в Киеве сядем за круглый стол, политики, люди, которым сегодня не безразлична судьба Украины. И все поставимо какую-то, так сказать, запятую і підемо далі. Пане Олександре, я вам безмежно дякую за таку емоційну і відверту розмову. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Олександр Пресман, народний депутат України, представник депутатської групи «Відродження», був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.